Стоматология Хульяновска стартовала неделя бесплатной диагностики полости рта. Любой желающий может пройти стоматологический осмотр с использованием аппарата аутофлюоресцентной стомоскопии. Аппарат позволяет на ранних стадиях зафиксировать наличие онкопатологии, а также ряд других распространенных заболеваний, таких как пародонтит и пульпит. В течение 2-3 минут осматриваем пациента в затемненном помещении при наличии специальных очков на докторе и на пациенте. Здоровая слизистая дает свечение однородное зеленое. Если же слизистая оболочка поражена, специалисты видят очаги аномального свечения. На момент нашего приезда наличие патологии было зафиксировано у 4 пациентов. Для снижения риска развития заболеваний полости рта необходимо своевременно проходить диагностику у стоматолога. Для диагностики невизуальных форм заболеваний челюстно-лицевой системы 8 отделений стоматологической поликлиники оснащены ортопантомографами. При выявлении или подозрении на онкопатологию врач-стоматолог направляет пациента в первичный кабинет онкопатологии по месту жительства и в ГУС, областной онкологический диспансер. Тематическая неделя национального проекта здравоохранения продлится до 15 ноября. В этот период любой желающий может посетить кабинет врача-стоматолога и проверить на себе эффективность нового прибора АФС. Процедура занимает несколько минут и является безболезненной для пациента. Александра Никитина, Юрий Ломатов, новости Управда ТВ.